Московский областной филиал РАНХИКС проводил в добрый пот очередную группу выпускников. В 2023 году стены «Альма-Матер» покидают более 200 человек. В ДК Подмосковья новоиспеченным специалистам по направлениям экономика, менеджмент, государственное управление и право и юриспруденция вручили дипломы, с чем ребят от лица главы Красногорска и поздравила первый заместитель Наталья Тимошина. Наш филиал областной Российской академии народного хозяйства и государственной службы, который находится на нашей Красногорской земле, традиционно выпускает кадры не только для Красногорска, но и для Московской области, для всей России. И, конечно же, это целеустремленные, талантливые люди, которые, я уверена, придут в том числе и пополнят ряды команды городского округа Красногорск. И среди них, в частности, бакалавры юридического профиля. Это первый очный выпуск филиала по данному направлению. Особо трогательной церемония стала благодаря Артемию Воронову, ставшему не только юристом, но и женихом. Предложение Екатерине Чернышовой, тоже выпускнице РАНХИКС, молодой романтик сделал в день семьи, любви и верности. Вместе с рукой и сердцем возлюбленная принимает и планы на ближайшее будущее. Сейчас нам необходимо найти работу, действительно попробовать себя в новом деле, развиться в нем, потом задуматься, безусловно, задуматься о магистратуре. Это, опять же, еще один шаг на то, чтобы развиться в этой профессии. И, конечно, мы планируем ее получать в нашей академии, потому что наша академия дает отличный опыт, отличные знания. За отличные знания и дипломы с отличием. Такие у почти 70 выпускников. С красным филиал окончили 23 магистра и 46 бакалавров.